Санитарная авиация появилась в Ульяновской области. С 1 октября тяжелобольных пациентов из отдаленных районов будут доставлять в медучреждение вертолетом. Как показывает практика, авиация требуется тогда, когда счет идет на минуты. Например, при автокатастрофах. Вертолет базируется в аэропорту Ульяновск-Боратаевка. На базе Центра медицины катастроф у нас работает две бригады неотложной скорой помощи, специализированной скорой помощи. Совместно центральной станции скорой помощи будут организованы бригады, которые по заявке представителей больниц будут организовывать выезды к месту происшествия. Отправлять больных будут не только в местные медучреждения, но и в федеральные. На борту вертолета будет специальный модуль с аппаратом ИВЛ, мониторами и двумя сумками, совсем необходимым для оказания интенсивной медпомощи. Носилки и электрокардиограф тоже в комплекте. На вертолете возможно забрать двоих пациентов одновременно. Сейчас стоит вопрос об обучении личного состава, потому что приезжали представители с Москвы, сказали, что необходимо, конечно, обучиться, сертифицироваться, чтобы работать на этой аппаратуре. Потому что многим это знакомо, но некоторые вещи тонкие. Если, например, вызов поступит из Павловского района, то путь займет примерно час. Это почти вдвое быстрее. Еще одно преимущество – минимальный вред для людей, получивших сочетанные травмы. Тряска в автомобиле может ухудшить их состояние. Вызывать вертолет или нет, будет решать экипаж скорой помощи на месте. Посадочные площадки готовы, утверждают в Минздраве. У нас на территории региона имеются площадки 2-3 категории. Вторая категория – это на базе Центральной городской коммерческой больницы специально оборудованная посадочная площадка, построена в 2020 году. И также приспособленные вертолетные площадки в районе мемориального центра для транспортировки пациентов в центр специализированной медицинской помощи. И площадки третьей категории располагаются в муниципальных образованиях, то есть это приспособленные ровные местности. Напомним, посадочную площадку на территории Центральной городской клинической больницы построили по нацпроекту «Здравоохранение». Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.